Жемчужина Ленинградской области – это город Выборг и, конечно же, Выборгский замок. Итак, в центре острова возведена четырехугольная каменная башня «Донжон». Как я уже сказал, она называется в честь святого Олафа. Но в 1710 году замок был захвачен войсками Петра Великого, и с этого времени замок начинает свою историю в составе Российской империи. С тех пор российские войска еще дважды сражались за захват замка и Выборгских земель. Эти стены пропитаны яркими эпизодами истории, которые мы хотим приоткрыть для вас на сегодняшнем фестивале, который называется «Выборгский рубеж». И особое внимание мы хотим уделить именно периоду Петровской эпохи, именно 18 века, как времени богатому на свершения и время необычного роста для нашей страны.